Ноешь лагерь. В кадре ворота КПП. Основное КПП. Или КПП войсковой части, подразделение войсковой части 60-606. Это еще раз. Там где там машины могут проходить, наверное, увидим. Хоть ты что-то замешкался. Да, мы стоим на перекрестке с правой стороны. Спортивный городок. Да, спортивный городок. Точно, я не соврал. И тут сразу плац строевой. А с левой стороны жилая зона. Вот туда заезд, можно заехать. Да. А мы на перекрестке, который здесь вот развернулись. Перекресток. Направо к столовой офицерского состава. Туда же клуб, стадион, жилые дома. В эту сторону, там, где я говорил, жилая зона, там еще и баня, магазины, много чего было. Тут забор сразу виден. За забором находятся склады. Продуктовые. По-моему, продуктовые. По этой дороге, туда в сторону автопарка, туда парк боевой техники. Здесь здание, которое... Здесь был дежурный по части. Дежурный, видимо, по автопарку, что-то такое. А мы прямо проедем сюда, в эту сторону. С правой стороны там, где баня. С левой стороны столовая. И дальше туда школа поваров. Мы туда намереваемся проехать. 2 июня 2024 года. Ночью был дождь хороший. Вечером, вчерашним днем. Днем, вчера, извините, заболтался, зарапортовался. Днем, вчерашним днем был дождь, хорошая гроза была. Сегодня ожидается, но мы успеем, надеюсь, до всяких катаклизмов. Тут нельзя находиться, вот тут написано, что внимание и так далее. Вот тут. Да, нельзя. Посторонним, вообще никому. Но мы и не посторонние, правда же. Да, поехали. Мы на велосипеде проскочим. Надеюсь, ветер не помешает нам. Мы поехали. Да, вот с левой стороны уже островой плац. Вот здесь были элементы наглядной агитации. Да, мы это проехали в здание. Это здание. Там за забором сразу мойка. Мойка, боксы. И там дерево растет. Персиковое дерево. Деревья большие, которые тут и раньше были. Но мелочь выросла. Уже без нашего здесь присутствия. Через плац там уже казармы. Казармы подразделения войсковой части 60-606. Да, это плац. На плацу пасека стоит. Давно уже. Солнце появилось. То приходит, то уходит. Вот пасека. Это трибуна. Трибуна и там пасека. И дальше уже казармы. Здание казармы. Пчелки хорошо себя здесь чувствуют. На этой территории. Тут и вода есть. Все-таки бассейн плавательный целый. Пей не хочу. Вот здесь в котловане, с левой стороны, было здание столовой. Уже нет его. А напротив баня. Вот тут баня. Здание бани. Вот в этой яме, да. Остался котлован только от столовой. Вот начинаются объекты. Это объекты
Это боксы. По-моему, это относилось к войсковой части. М50. Извините. 84-565. Могу ошибиться. Вот здесь все пусто теперь. Вот один ряд боксов. Вот он. Вот здесь. И пустырь. Это давно уже все снесено. Надо развернуться здесь. Да, мы разворачиваемся. Развернулись. Вот мы в ворота выехали. И продолжаем движение направо. Ух, надо же столовую сфотографировать, иначе не будет на заставку ничего. Вот столовое здание, столовое, которое еще не снесено. Делаем фото. И еще одно, на всякий случай. Да. В этой камере есть такая функция. При съемке видео можно все фотографировать. Не знал. Вот столовая. Конечно, мы везде были, во всех помещениях. Все у нас есть на видео. Забор с правой стороны. А тут ГШН. Что-то тут связано было. Легкие боксы. Столовая. Вот вход в столовую. Неровно, что ли? Ровно. Это я сам неровный. Сразу будет за этим зданием здание штаба 141-й школы военных поваров. Да, и вот за этим зданием с правой стороны уже ничего нет. Там уже начинается котельная. Должна была бы быть котельная. Это вот школа, это штаб школы поваров размещался. Одноэтажное здание, вот это небольшое. О, птицы услыхали нас. Или мы их. И учебный корпус, тыльная сторона. Вот здесь котельная, которая уже не существует. И все объекты, которые тут были, мы приказали долго жить. Вот. Снос продолжается. То еще это снесено, сейчас будут убирать всю эту строительные отходы. Да, мы были тут в начале работ по сносу. Вот почти что завершается. Там объекты, которые были, мы ходили в боксы, читали тексты разные. Не существует. Уже все. Вот выровнял наконец-то. Уже не существует. Но существует память, мы помним. Мы успели на фото, на видео запечатлеть. А вот за этим деревом, вот тут 3-4 дерева, ну, видна труба. Это труба хлебзавода, там котельная хлебзавода. Там, мы там были в первом нашем сегодняшнем видео. Да, как не жаль. Да, вот тут были объекты, напомню. Клуб был, ну клуб раньше был снесен. Спортзал, склады, боксы. Много чего было. И там дальше еще была прачечная, тоже ее нет. Ну, нам туда можно уже не ехать. Там, где экскаватор стоит, мы туда не поедем. Если там видеонаблюдение, нам это ни к чему. Целее будем. Вот посмотрели. Еще можно на столовую посмотреть с этой стороны. А, уже не посмотришь. Все заросшее. Вот школа. Это учебный корпус. Тыльная сторона.
крыльцу подъедем. Все-таки столовая. Все помнят столовую. Вот это здание. Мы проехали с той стороны. Теперь вот с этой. С противоположной. Вот. Ну и все. Вот мы заканчивать видео. Я заметил текст. Текст. Тут забор он упал. Это вот элементы забора. Да, мы, конечно, раньше видели. Российка. Российка. 85, что ли, или как-то усть. Днепропетровск. Сверху написано. Жамбул 90. Урал. Это тоже нашкарябано, но непонятно. Да, это Жамбул, 98. Времени вот 4 часа уже. И мы будем завершать. И тут я не помню, что. А, и тут текст есть. Тексты. Увы, не читаются. А тут что написано? Тоже помещение. Вот эта дверь, какая он мощный. Действительно, это мощная дверь. Вон какая. Ну, ручка. Правда, ручка. Все пропадет. А ручка останется. Извините. Такие запахи тут пряные. Это весна, по-моему, написано. Весна. Вот с этого ракурса столовая. И мы завершаем еще раз. В первом видео поздравлял. И сейчас не лишнее будет. Поздравляю с наступающим днем образования группы советских войск Германии. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. До свидания. Россия. Да, мы на велосипеде прокатились с вами и уже завершаем видео. До свидания.